пришли гладиолусы из Могилева. Смотрим. Посылочка. Голубая бабочка. Третий разбор. 16 штук. Вот такое. Посылочка. Вот такие луковички. Вот это третий разбор. Вот. Ровно 16 луковичек. Почему-то под номером 1. Наверное, сорт голубая бабочка может быть под номером 1. Не знаю. В общем, вот такие. Так, дальше я заказывала первый разбор. Сейчас посмотрим. Первый разбор, 3 штуки. Пакетики как прошиты на машинке, все бумажные. Вот это первый разбор считается. Даже вот деточка одна тут. Деточка одна. Вот первый разбор. Вот эта луковичка молоденькая. У нее донце очень маленькая. То есть это, возможно, второй год. Может быть, и первый год. Вот такие луковички. Это первый разбор от данного отправителя. Вот, все подписано. И второй разбор сейчас посмотрим. Брала гребечку. Вот такой посадочный материал. Раз, вот они. Да, даже где-то подходит как второй разбор, как первый разбор. Вот. Теперь проведем сравнительный анализ размера. Сравнительный, посмотрим. Вот это у нас первый разбор. Вот у нас второй разбор. А вот у нас третий разбор. Вот. Чем-то даже второй, третий разбор похож и на второй. Вот все, сорт голубая бабочка. Вот они как отличаются. Так, а это я заказала деточку этого сорта. Давайте посмотрим, какая пришла мне детка. Данный отравитель формирует пакеты деток по наборы деток по 15 штук в одной упаковке. Да. Я взяла 17 наборов. Посмотрим. Какая у нас. Ну, так возьмем. Вот в пакетиках таких. Вот какая у нас деточка. Ну, разнокалиберная такая, разная детка. И сантиметр есть, и 5 миллиметров. То есть разносортная, разноразмерная она. Не могу сказать, что она вся мелкая или вся крупная. Нет, они разные. Вот, значит. Вот. Сейчас посмотрим мою вышку. Вы... Все. Вот она. Вот здесь 255. Вот я планирую в следующем году это все высадить в отдельную грядку, чтобы получить полноценные ювенильные луковички. Так, еще я заказала деточку. Вот таких сортов Viva Italia. Мы сейчас все посмотрим, какого размера прислали детку. Бернайс. Бернайс. Южная ночь. Только для тебя. Душа моя. Сердце в снегу. Либо сердце снега. Портрет незнакомки. За маникюр свой я извиняюсь, потому что у меня сейчас идут работы в саду. Мне некогда. Рябина на снегу. Так, сейчас будем смотреть. Viva Italia. Какую прислали деточку. Смотрите. Ну, это уже хорошая деточка. Уже сформированная, даже луковичка маленькая. Еще раз говорю, данный отправитель формирует детку по 15 штук.
И стоимость ее как за одну луковицу первого разбора, по-моему. Вот если первый разбор стоит 50 рублей, то и вот такая, такой пакетик будет стоить 50 рублей. Рябина на снегу. Очень красивый сорт. Смотрите, какая крупная детка. Вообще замечательно. Вот не себе оставил отправитель на размножение, а продажу отдал. Бернайс. Смотрим детку. Бернайс. Тоже. Посмотрите, какая крупная детка. Я вот первый раз смотрю. Я до этого не смотрела детку. Луковицы смотрела, а детку вот не видела. Крупная. То есть ее можно даже в торфяные по весне предварительно, да, чтобы ускорить рост детки, высадить. Так, следующий смотрим. Портрет незнакомки. Какая деточка. Очень крупная. Даже удивительно. Я вообще в шоке от деток. Обычно положит какую-то мелочь. Меньше 0,5 миллиметр. Меньше 5 миллиметров. А тут все практически 1 сантиметр. Душа моя, смотрите. Разные сорта, разные же. И детка, смотрите, какая крупная. Вообще. Вон, с ноготь. Если посмотреть, даже больше. Дальше смотрим. Все это закрыто. Ой, падает, падает. Ты не падай. Душа моя, не падай. Дальше. Южная ночь. Вон какая хорошая. Сразу видно, что это какой-то сорт красноватый. Да, детка у него вон какая малиненькая, моя, такого цвета. Вообще шикарно. Просто если все зацветет по сорту и всех своих, возможно, других поставщиков вычеркну и буду работать с этим. Потому что отношение мне очень нравится. Какой-то отправляет посадочный материал. Так, только для тебя смотрим. Вы посмотрите, какая она большая. Вообще шикарная, просто шикарная. Просто шикарно. Так, сердце в снегу, смотрим. О, я здесь уже даже луковички вместо деток, посмотрите, положили. Представляете, вместо детки положили луковички даже. И винильные маленькие, которые. А вот какая детка у этого сорта крупная. Посмотрите. Правда, они треснуты, не факт, что они... Но посмотрите, какая крупная детка. Вообще шикарная. Просто шикарная. Так, еще мне положили один пакетик. Называется сорт «Винные мемуары». Это сорт «Подарок». На пакетике так и написано, что это в подарок. Вот. Вот такой сорт. Подарок. Винные мемуары. Это бордовый, по-моему, сорт. Вот. Вот тут уже поменьше. Ну, видно, у сорта такие. То максимально отобрали. Крупный. Ой. Ой, ой. Чуть не выскочил. Крупную деточку. Вот. Вот так. И такая мне пришла посылочка из Могилева. Отправка была с деком. По-моему, заплатила 400 рублей Беларусь, Санкт-Петербург. И я очень довольна.